Привет, ребятки! А я вам хочу рассказать еще об одном чуде чудесном. Да, это вот такие вот четки. И мне их заказала девушка и попросила, я прям хочу мощь, я хочу силу. Даже, наверное, не предполагаю, что в каждом камне есть великая сила, великая мощь. Но мне что-то так захотелось ей сделать, как бы хотела, держи. Вот, я хотела бы рассказать, что здесь. Ну, конечно же, это один из моих любимых камней, это осиный агат. Осиный агат для четок идеальный, потому что он соединяет дух и тело. Соединяет он на межпланетном уровне. Да, осиный агат это межпланетный огонь. И почему этот огонь я вплела в эти четки? Потому что вы, наверное, здесь тоже заметили, что здесь есть все четыре глаза. То есть это соколиный глаз, тигровый глаз, бычий глаз и кошачий глаз. И кошачий глаз. Вот здесь вот тоже он присутствует. Вот. Это все четыре глаза, которые я тогда уже говорила о них. Повторюсь еще раз, что такое глаз, что такое тигровый глаз. Тигровый глаз – это материальное этого мира, материальное этого пространства, там, где мы сейчас находимся, там, где находится наша материя. Что такое бычий глаз? Бычий глаз – это тигровый глаз, обработанный огнем. То есть это то соединение, где ты можешь смотреть хоть из-под земли. Это на уровне преисподней. Ты видишь те моменты, которые невидимы этому миру. Что такое кошачий глаз? Это потусторонний мир. Но не путать с мертвым миром. Кошачий глаз – это потусторонний мир. И орлиный глаз – это то, что ты можешь видеть свысока. Вот. Ну и, конечно же, здесь, вы, наверное, заметили, великолепный циазит. Да, циазит – это здесь вот такие вот зародыши рубинов. То есть это достаточно сложные силикат, но очень мощный. Чей это камень? То есть он своему хозяину помогает решить все старые вопросы, закрыть все старые вопросы, все неразрешенные моменты. Он своему хозяину помогает найти себя здесь и сейчас, вытянуть индивидуальность из того, что у тебя есть, когда ты не можешь понять, а где я, кто я, мне бы соединиться с собой. И вот эти вот четки – это огромная мощь, когда ты находишь себя между всеми четырьмя стихиями, между мирами, между нижним миром, между верхним миром, то, что сейчас ты имеешь, эту материю. Это, конечно же, осиногат, соединение, когда ты в этом материальном мире соединяешься духом и телом, как материальным пространством, которое ты можешь прощупать и вытащить все это наружу себя единого, себя того, кем ты являешься. Поэтому дополнительных каких-то плюшечек сюда ни в коем случае я не добавила. Здесь только лишь твои лабиринты прохождения, прохождения своих моментов, твои лабиринты, которые ты удачно проходишь, и, естественно, все это запаковывается в твою сферу сознания золотом. Да? Вот. Такие вот великолепные четки отправляются сегодня к своей хозяйке.